Добро пожаловать в Аль-Мазру. Разведка и сбор данных помогут вам получить доступ к заданиям и целям. Ожидайте ожесточенное сопротивление и будьте бдительны. Ой. Внимание, хрена. Моя нет, кроме века. Раскрой драйвер. Так, где ты? Ой, что? О, мы прозевали ее. Блин. Да? Это что ее значит за пассажирской, чем грузовой? Надо, что пакет пассажирский. Я отметил пассажирский. Вот это. Вот это и поехал. А ну что, не пишем, не пишем. Не пишем. Поїзда відкрити. Оце... Пасажирська. А пишу он. Короче, бежим до поезда. В сторону поезда. Здесь сюда. Там поезда и застрянем. Аж тут? А вот это будет пока не доедешь. Ультра-1, ищите контракты с оплатой наличными на тактической карте. Да. Да. Что это было? Вот там. Что? Что это было? Музыка. Капец. Як я тебе під... Перший раз був таке. Це на цьому, на цьому сідаєш і музика гупу паша. то машина, то мы ж просто тестер отключал школы. В вашей области пропало несколько исполнителей. Их координаты отмечены на вашей карте. Самореанимация, забирайте. Ультра-1, мы заметили рост активности в вашем районе. Будьте начеку. Ой, бля. Это магазин, я понял. Это просто важно. Что за тема? Отменьте. Иду сюда. Что она за херня? Какая-то рыба, бачите, это на карте. Кто-кто? Ага. Ну, ага. На карте я отметил, что она такая... А, это той, наверное, хер я отметил. Что мы ловили. Да, буквально черным. Наверное, я не... Мародер, блядь. Ультра-1, удар на вертолет противника летит к вам. Противника летит в вашу сторону. Там не один ты мародер. Одного был, один, другой появляется. Что ты выбираешь? Ты выбираешь, что? Все-таки не можешь поднять. Все-таки щери паблы, это вообще ни хрена. Непонятно. Так, уже нам про пацаны. Пацаны. Блин, мазина наманили. О, машинка. Оце кинув свої під ноги. Так, ще минути буде. Поїзд. Да. Вот. Будто и доставлено. Кто там доставлено? А что это гуде? Машину? Машину купил. Ультра-1, ваш отряд разрядился. Рекомендую держаться вместе. Уже и, да? Там же блестит, я побачил меня. Сука, тропикайка. Да, да. Где мы? Не больше. Сейчас поехали на сюда дальше за новым. Легкий внедорожник противника отмечен. Около поезда осталось. Да, будет на поезд зараза. Сейчас, наверное, на поезд будет зараза рыбать, а? Ну, а то хоть грузовый, блядь, поезд. Нам надо с пассажирской. А, ну цей сейфом це грузовий 100%. Це должен бути пассажир. Повинен. Машина взірвалась. А може вони під поїзд машину кинули? Але ж ні. Нащо ж куплять її? Так, вистрибуй. А що вже? Я коло рейсу. Я тоже не делаю. Буду на что? Это был прицел больше. Надеюсь. Это я буду. А ну буде, я свічу на тебе. Видно мою сміття? Приціл. Приціл, видно? Де ти? Ну все. Нічого не бачу. Це тільки як світиш на людей, друге, да? На своїх світиш, нічого не... Ті машини зробили. А то бодик. А, бодик уже коло тебе поїзд, да? А як на нього випрягнути? Як? Між тими, між... Вискочив, так? Це на здання, мабуть, вилазить, буде краще, а? А де тут драбина? Ти зараз поки до того здання, то профукаєш. Пропчищений весь. А тобі що треба? Якщо зараз не... Ну, тут закрито. Треба вибити цей... А, між вагоном. Вагон. Між вагонами. А тепер сидіть у вікні, як собака. Ультра-1, активність в районі повищена. Смотрите в оба. Ці ящики вичищені. А то ще один поїзд їде, треба ховатися. Бо там їде, летить, там хтось є, значить. Хтось сейфа знімає, дивіться, це буде. Бо вертольот летить, значить там хтось є. Де воно? А де воно? Нема там нікого. Машина поїхала. Не, є, стріляй. Боти ж стріляють по комусь? Не просто так. А я таке, що сьогодні тут не випав нахер. Блін, де ті боти? На другу сторону дивиться. О, есть. Вот они есть. Боты, давайте выбегайте, боты. Иду в эту точку. Да. На звук не йде, боти. Давай, піднімай. Ультра-1, противник поднял тревогу, будьте осторожны. Тебе, наверное, бачу тревожных. Наверное, тревожных. Сейчас на дом кататься. Смотри. Ціла зброя стояла. Де? Та з правої сторони. Ціла зброя, то ти тільки двох убив. Ну, пустих двох тільки. Щось нікого не бачу. Це на заправках постійно і це все. І не ворушиться ніде. Сейчас в городе будут. Повинен бути. Ага. Це буде коло цієї арки, ми вчора зустрічались. Це бігає. Зараз ще стане, наверное. Ні, ще не стоїть. Стоїть. Може хтось забіжить? Я вискочив. Так я хотів. Виглянув, теж вискочив. Не бачу. Есть. Все. Фонтанный рек. Только куда? Разлукаем машину, броневую. А, да, машину. Ну, все же не мешало, конечно, магазин найти. Угу. Так потратить. Отмечаю станцию покупок. Обои все. Отмечаю станцию покупок. Десь по дорозі є, да? Давайте спочатку машину знайдемо, якщо вона вже є. Машина. Що толку з тієї машини? Все. Коротше, треба вистрибувати. Я вистрибую. Не йду. Я вискочу. Я вже біжу. Я вже біжу. До магазина. Машину я пішов. А ти, Богдан, куди? А ти до машини пішов? Ні. Не, хлопці, на горбані. Побачили. Взяли оружейный ящик. Их координаты отмечены на вашей карте. По сути, вы будете кидать, наверное. Я ранен! Подожди, да я хоть куплю. Надо стрелять, ладно. А что вам надо? Мне нужен средний калибр. Ультра-1, активность в районе Балки. Смотрите, опа. Ты вот и тут уже. Так. Побегла. Машина, да ты там отметил. Ох, ни хрена себе, быстро не дали нам. Поезд до того приглуши. А все, в городе, конечно, есть. Нашла транспорт. Да. А все в городе машина. Грузовик отмечен. О, пришли. Пришли. Обыша одну машину, я кушу. Что оно, блядь? Просто куда меня. Ты трай хочешь машину подорвать? То ли отключай машину. А, выкинешь. Магазины типа отключай. Уже скільки каток згуляли, ще й досі зброня із цієї. То як надо, то її повно тройнує. Ультра-1. Так я пожитаю, я був. Телефон, був. Важке в мене... Ультра-1, противник поднял тревогу, будьте осторожны. Ты так быстро перебирай. Откуда там уже? Уже 64 минуты и радиация вода. Что? Ні, там багато. До багато тут надо тут вилазити. Главное, Ультра-1. Ливень в районе усиливается. Рекомендую эвакуироваться до распространения радиации. Реселка у всех є? Є. Прийти нахід. Це треба до того оазіса доїхати, да? Іди сюди. Пів? Можна, сюди. Поки я розтовкую цієї. Супер броневой кон. Меня зацепили! Исполнители противника захватили оружейный ящик. Следите за ними по тактической карте. На вашей карте. Да вот этими уже рядом. Мало топлива. Давай переезжай с воды. А что, не взорваться? Так кто есть? Давай. О, вот тут давай. Я забыл. Я здесь брал 4, чего оно? Блин, це не на то може його стріляти, він зриває. Бросаю гранату! Розчитав. Але сюди 4 треба. Металолом сюди треба, блядь. Приложити. Дофіга. Так, давайте евакуацію. мотить. Бо нам далеко бігти сюди. Ось все. Евакуація, бо недалеко. Ти що зробила це, там туди недалеко. Побігли сюди. Якщо не сюди. Це машина там недалеко. Ветер распространяет радиацию. Двигайтесь в сторону площадки. Да там два грузовика для задания, они штужить. И там эвакуация недалеко. Что два грузовика? Ну что грузовые автомобили стоит? Стоит, да? Ну я отметил грузовые автомобили. Так поїхали до одне, побігли до одне і сядемо на другу, так поїдемо. О, це перекоче. І старий підстрій. Заводь, заводь. Там вже навіть музика. Такого музика не сідайте. Музика, слізно, це ти за руйом був, то там музика. Так, а де грузовика? Чилось. Отмітки. Та нам деревня Саїд треба, понімаєш? А? Деревня Саїд. А де Саїд? Подожди, я забув. Ну, ну, я отмітив 1500. Там нема різниці, звиком доїхав та й розтовка. Ні, то іменно ж задання в Саїд унічтожить грузовики. І там евакуація через 400 метрів. Ні, куди можна і приїхати зараз, унічтожить цей раз. Ось ще один броньовик, можна вернутися чи не встиг? Та ні, вже не встигне. Проїжджаємо. Там радіація буде. То вирігали. Вирігати можна. Щоб одні подождали, поїхав у мене третього. Поліція, але як коротше. Ультра-1, противник поднял тревогу, будьте осторожны. Опа, люди. О, люди бежат. О, двух завалы, нет? Жили, блядь, да? Останавливайся. Не останавливайся. Выжили потом? Не засчитал. Да. Не, не засчитал. Порт. Ну, столкнул. Так классно. Поймал пулю. Ты крылся. Вот мама. Я подобрел. Все, ты глух, ты птичка ты. Красиво. Блядь, ты самому обеветить. Не то, что уничтожить кого-то. Ты самому, блядь, сдохнуть. Гасить твою команду. Нужны патроны среднего калибра. Бросаю осколки! Мне нужен средний калибр. Так, є, воно там трошки ще один. Так, так. Блін, нема цього. Зараз подождіть. Поміняли, кидай у цей. Боеприпасы бери. Кому надо. Все. Все, пошли на эвакуацию. А ты маешь, ты на тебя. Текаем, пока ты маешь, а не победишь. Ну, перепливай, там машина какая-то, ну. Поплыли. Да сейчас ты будут бить на эвакуации, яких ты сбил. Ты инвалид или ты перелом? Сейчас уйти будут тебя бить. Уже там 30 копеек. Стреляю. Да вон, здесь начинает. Машины стоят. И машины, и вертолет стоит. Ну, вот из пушки. Ультра-1 4 вылетел. Радиация быстро распространяется. Времени будет мало. Ультра-1 это главный. У них работает БПЛА. Ну, джасты пацан, пожалуйста. О, ну. Да, ну, тут даже светится цель. Иду сюда. Да и стал начался. Ультра-1, это 1-4. Мы рядом с площадкой. Убедитесь, что у вас все тихо. Тут кто такой? Тоже, да. Сзади. О, ты, бля. У меня побачил отсюда. Это, наверное, точно уйти, бля. Повторяйте попытки, будьте бдительны. Обидно. Как... С пулемета их не берет, честь. Что ты пулеметный, блин? Одного им стрелял, 0.